Вот он здоровый, смотри, какие зубище. Мочи его, мочи, 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 мочи. Я знаю, что я хоть в креативке, но его очень сложно убить. Он не умирает. Он крутит хвостом. Всем привет, дорогие друзья, с вами Трубоёжик и Русик. Русик, привет. Йо-хо-хо, всем привет. Сегодня мы делаем обзор мода, очень клёвого мода. Как он называется, ты помнишь? Ой, парк юрского периода, что ли? Парк юрского периода. Здесь есть огромное количество новых динозавров. Вообще страшно. Сейчас я вам покажу их. Где эти динозавры? Яйцо спавна у тебя есть? Ну, сейчас. Давай мамонта создадим сейчас. Вот он. Ую! Мамонт! Мамонт! Мочи его! Он похож на этого. Помнишь из фильма? Ну, где этот? Суслик, не суслик. Еще прическа такая, да? Смотри. Да! Как его звали, этого мамонта? Убивай его, убивай! Блин, я хочу оружие суперское. Мамонтенок, муму какой-то. Тут какие-то новые оружия были. Я хочу оружие, я хочу оружие. Нож есть. ДНКшки всякие. Так, подожди, я сейчас оружие найду хорошее. 12 вот урона я... всего, 6 урона. Вот. Мало, 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 мало. 8 урона. Тут нет, где-то тут... было... Копье было где-то. Ну да, который стреляет так мощно. Но его нет уже, удалили. Смотри, сколько... Тут, короче, огромное количество разных мобов. Мобов. Да. Все они с вот этих... О, птичка. Птичка. Ушла вон отсюда. Высоко... Это чайка. Чайка, да. Ну, короче, давай покажем всех мобов. Потом мы в следующих сериях сделаем выживание в этом мире, да? Который так не терпится сделать Русику. Ну да, мне понравился. Вообще классный моб. Мод. Тут, короче, можно из мяса вот этих животных крафтить их ДНК, из ДНК сделать яйцо призыва, по-моему. Как-то так все это работает. В общем, это все мы подробно объясним. Я в другой мир ушел. Как? Не знаю. Через что? Не знаю. Да, там есть такая штука круглая, короче. Заходи в рог. В рог заходи. Какой рог? Ну, там есть такая штука, как рог. Короче, нажимай вторую страницу. Time Lost Items. А как? Ой, чё, где? Вот через эту. О, я понял. Это телепортатор. Я тоже пошел в другой мир. Тут, короче, деревьев много, длинных, больших, да? А, нету тут деревьев. Ты охренел? Спасите! Спасите мои уши. Я к тебе. Фух, звук. Ох, у нас общая громкость и музыка, и вся хрень стояла очень высоко. Опа, я где-то появился. Слышь? Я чуть не умер от этого звука. Я знаешь, куда попал? Вон динозавры, я вижу их. Они опасные? Мелкие какие-то. Смотри, зубастенькие. А я не понял, ты куда попал вообще? Мы в разных измерениях. Я понял. А ты я куда... обратно припру сейчас. Я нажал на этот тайм динозавр телепорт. Ты не туда попал? О, вот опять да. Я еще в другом измерении. Это, короче, в разные измерения будет. Да? Короче, он называется вот динозавр тайм... Траулер. А, да, вот. Все, стой на месте, я к тебе. Ты меня не найдешь. Тут, короче, какой-то мир вообще. Я не знаю. Ну, он похож на болотный биом, только здесь. Мне кажется, сейчас сюрпризы меня ожидают в виде разных страшных существ. Я тут летаю, и все. Нет, взлетаю. Блин. Все, я тут. Короче, это будет обзорная такая серия. Мы будем все пробовать, все тыкать и все вам покажем, все, что найдем. Ты давай тпышься ко мне как-нибудь. Да я уже тут. Давай вот сюда. Я тебя не вижу, в смысле, тут. А, о, я тебя вижу. А, ты вот через этот синий. Да, давай. 3, 2, 1. Я уже там. Я тоже там. Отойди от меня. О, мамонты. Суслики. А меня опять перекинуло. А, это быки. Блин, мне нужно оружие, мне надоело. Где тут самое мощное копье? Смотри, тут какие-то еще эти есть. Буйволы. Нет, смотри. Это что? А, это знаю. яйца. Сам-то яйцо. Это яйцо? Не похоже это на яйцо. Ну вот, яйцо. Дорогие подписчики, напишите в комментариях, поставьте на паузу видео. Это похоже на яйцо? Вообще, что вы думаете, что это вообще-то такое? Вообще-то это яйцо. Заткнись, это не яйцо. Это яйцо? Нет. Да. Нет. Не спорь с батькой. Батька, блин, ты ошибаешься.
Все его яйцо, блин. Че из него ничего не... Я яичницу из него должен был пожарить, если бы это было яйцо. Так. Смотрим. А, да, яйцо. Фу. Вот, эгг. А кто теперь прав оказался? Ты, я. Ты, я. Он, она. Вместе, дружно, я семья, да. Га-га-га-га-га. Ладно, пошел ты. Яйцо, подумаешь. Гаст, свинозомби, эндермен и фрит. Это все неинтересно. Ведьма. А что за дэр? Лошадь тоже неинтересна даже. О, медведь. Снайк. О, змея есть. Давай змею посмотрим. Давай. Тут, короче, настолько много мобов, что... Она маленькая. Фигняшка какая-то. Под снегом тут бегает. Ей нельзя тут, оказывается. Смотри, какая-то руда странная. Земля. Ну, это замерзшая земля. По идее. Ой, мне надоело эти замерзшие земли. Я никак не могу нормальное оружие найти мощное. Вот, я кинжал возьму. А ну слабые. Буйволы. Так, они, сейчас они не умирают вообще. Вот я, короче, вот этот меч возьму. Мне кажется, что-то я тут не втупляю. С них падает шкура и жрачка. Ты хочешь ДНК скрафтить? Да. Яйцо. А, вот, все нашел. Все, все, все. Дына, соверт и что? Нет, ты водички добавь. Обычной? Да. Кто тебе такое сказал? Попробуй. Он пытается скрафтить ДНК какого-нибудь моба. Ну, тут, да. Короче, из его мяса можно ДНК крафтить. О, змеинка. А из змеи змеиное мясо не падает? Нет? Не, не выпадает ДНК. Ну, значит, нужно что-то другое. Мне казалось, обычная водичка. Мне тоже показалось, что сначала обычная водичка. Смотри, тут водичка. Какой-то торт змеиный. Хочешь жрать? Геймот отключи. Торт. Прикольно. Геймот отключи тогда. Не, не хочу. Давай искать мобов, а? Давай. О, тут еще пчелы есть. Помнишь тех пчелы в том моде? А, тут маленькие. Бзи-бзи-бзи-бзи. Знаешь, это... Знаешь, что это спутник какой-то? Заспавни одного. Спутника? Смотри, это спутник какой-то. Мини-спутники, прикольно. Давай динозавра, наконец-то, большого. Я хочу окончить обзорчик в динозавры. Ой, оп! Жираф. А что ты зимой здесь делаешь, жираф? А ему какой идиот тебя заспавнил. Да, как его там звать? Я его убил. Нахрен нам слоны, давай динозавров. А слоны тоже тут играют? Пингвин есть, короче, вот. Полярный медведь. Геккон. Крокодил. Пчела. Нормал. А самое главное, знаешь, что тут есть? Знаешь, что тут есть самое главное? Трицератопс. Рыбки! Рыбки, много рыбок. Рыбки, много, да. Рыбок. Вот тебе динозавр. Трицератопс, смотри, блин, динозавр. Реальный динозавр. Блин, я упал. Давай его убьем. По-моему, их очень сложно убить. Я лягушек нашел. Я, короче, мечом, который наносит 12 урона, я его бью уже довольно так прилично. Но, по-моему, а вон он сдох. С него падает зеленая шкура, кость. Включи день. Сейчас. Я хочу еще одного динозавра посильнее создать. Иди сюда. А ты где? Ну, здесь рядом. Я, короче, читать научился поэтому по-английски. Теперь я вот теперь трицератопса создал. Теперь создам брохтозавров. Затем я создам тиранозавр Рекс. Вот он. Тиранозавр Рекс будет. Сейчас будет тиранозавр Рекс. Вот он. Убивай его. Убивай. Отключи геймод. Геймод сам отключи. Офигеть. Мне. Спасайся, тиранозавр Рекс. Геймод сам отключи. Офигеть. Мне. Спасайся, тиранозавр Рекс. Вот он здоров. Смотри, какие зубище. Мочи его. Я знаю, что я хоть в креативке, но его очень сложно убить. Он не умирает. Он крутит хвостом и бьет. Смотри, раки. Смотри, тут раки. Сам ты рак. О, из смотри. Них падает. А, вот, смотрите, шерсти. рак. Да ладно, я его заспавнил уже тут. Смотри, у него это, кубик, мочи его. А он все, ушел к себе домой. Нет, все, его можно убить. Все. Фух, прикольно. Давай еще одного динозавра. Я вот брахиозавра хочу. О, смотри. О, что это такое? Он орет.
Давай. Давай его мочи. Не надо много создавать, они будут это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зачем ты два создал? Убивай, давай. Зачем мы их зимой создали? Это уже не обзор модов. Это уже спасение от модов. Спасите нас от модов. Птеродактили тут есть. Птеродактили я хочу создать. Знаешь, что такое птеродактиль? Вот он, летающий моб. Давай, где он? Вот, я его создал, я за ним охочусь. Убиваю, 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 убиваю его. Птеродактиль. Он орёт как-то странно. Как будто он птеродактиль. Как будто, да? Я его убил. Кость выпала. Костичек. Уровень. Ну, нормально, чё. Тут еще есть много мобов интересных. В общем, мы скоро сделаем выживание на это. Раптор. Давай раптора. Мы скоро сделаем. Раптора, вот буквально сегодня-завтра мы будем делать выживание на это. О, маленький, смотри. Мочи его. Если их ударить, то на тебя будет охота сильная. Ты откуда знаешь? О, тигр. 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 Это лев. А если у рыбкой... А, лев, ну окей. Тихо. Давай тогда его покормим рыбкой. Я Леон Сайлер получил достижение. Убийца львов. Можно, наверное, рыбку рыбкой покормить и... Ну, или, корми сам тигров рыбкой. Приучить хотел. Да? Интересно, можно ли приучить? Мне интересно тоже. Вот, тигр я нашел. Надеюсь, ты не этого создал. Вот тигр тебе. О, тигрозавр какой-то. Как из этого мультика тоже. Помнишь, что с клыками? Ледниковый период, что ли? Да. А я думаю, откуда это все вообще? Тигр. Он, наверное, очень опасен, если в выживании. Ну-ка, отключи гейм, вот посмотрим, как он тебя убьет. Фас. Давай. С тебя все выпало. А я в обычный мир попал. Учитывая, что у тебя еще и броня, давай я тоже отключу гейммод. А, не, я не буду отключать гейммод. Я в обычный мир попал. Тигр очень опасен. Их только с луков убивать. В общем, это гораздо лучше, чем тот мод, по-моему. Здесь более интересные мобы. Динозавры. Там более легче было выживать. Блин, на мой взгляд, там тоже очень тяжело. Мы говорим о моде Aura Spawn, который мы там... Ты что, портал напортил нам? Все, я в обычный мир тоже. И сейчас я. А я к тебе в мир пошел. Не надо. Я хочу здесь. Вон тигр. Иди охоться. Ну в том моде мобы убивали друг друга. То было интересно. Там было интересно. Ну нет, здесь интереснее пока что. Тигра создал. Давай еще кого-нибудь создаем. Миск. Не могу попасть. Ох. Я хочу миск. Ох, это самый сильный моб. Фу, блин, корова. Корову создал. Самый сильный моб. И инструхампус. Инструхампуса я хочу. О, прикольно. Это какая-то акула. Ай! Подошел к тираннозавру. Ну, Рексу. Он меня убил. Повернулся и убил сразу же. Нормально, прикольно. Тигр, тигр, тигр. Тигр, тигр. Секретный пароль. Привет. Здорово, слон. За тобой охотится буйвол. Ты что, опять сдох? Ну да. Как он так сдалека? Нет, я убегаю! А он за тобой не охотится, не палься. Давай я что-нибудь посильнее создам. А что там посильнее может быть? Наверное, тираннозавр же их самый сильный здесь. Вот какой-то... Нет, розовый. Ворн. Я не знаю, что значит ворн. Ой, ой, нет, нет! Тише, не осторожно только. Хотя какая разница, сдохни. А я его сейчас буду. Ой, смотри, я что-то создал. Тут что-то булькает. Я нажал вот это. Он здесь булькает. Хорош подыхать. А мне нравится. Давай, я. Смотри, я тут это крот. Драться буду с тобой. Крот. Где крот? Вот он, маленький такой. Я его убил. Вот он, тебе упал. Зачем ты убил крота? Это крот, вот он копает, что-то копает. Эстер Эк. По-моему, яйца нужно как-то выращивать, чтобы из них вылуплялись динозавры. Он такой маленький, слышь, он маленький. Ну еще бы, он был здоровенный. Мамонты, рапторы, инструхамтусы, птеродаптусы, тираннозавры.
Брухиозавры, трицератопсы, гуат. Что за гуат? А ты меня не найдешь? Спорим? О, горный козел, прям как ты. Я тебя нашел. Привет, Русик 2. Ты очень похож на него. Обидно. Эй, чё ты не умираешь? Он бессмертный. Спорим, ты меня нигде не найдешь? А, все, он смертный. Ух, какой он скоростной. Козел, стоять. Стоям, батя, бадак. Пришел. Я, что ли? Ну ладно, я иду. Ага, я что ли. Ну ладно, хорош, ребят. В общем, хороший краткий обзор мода вот заключается такой. В том, что в каждом биоме здесь находится огромное количество разных мобов. В них спавнятся динозавры, лошади суперские, верблюды, кролики, зайцы, блохи, мамонты. Свиньи, я не знаю, мамонты, да, клыкастые тигры, которые у Русика раз 50 убили. И из них можно сделать вот такие вот брони всякие. Вот видите, я слон. Типа из слоновой шкуры делается. Смотри, зайчик, который несет яйцо. Сам ты яйцо несешь. Ну, смотри, яйца носит. Не носит он никакие яйца. А что у него в руках? Ты его скинул, что ли? Он что, на работу, что ли, идет или что? На работу, зайчик идет на работу. Это что за хрень ты создал? А мне мамонт этот нравится. А, вот этот мамонт, который похож из ледникового периода на этого. Да. Ну, как его звали? Ребят, как звали мамонта из ледникового периода? Напишите в комментариях. Я что-то подзабыл. И похож ли этот мамонт на него? У него глаза упоротые только. Вот. Глаза на друг друга смотрят. И у него шапочка прикольная, я хочу сесть на нее. Я хочу такую же шапочку, да? Проводился. Как будто там мозги квадратные. Мозги квадратные, прикольно. Толстый мамонт. У него одна нога, как я. Я тоже мамонт, я little мамонт. Заметь меня, заметь. Какой ты little мамонт? Ты маленький слон. Маленький слон. Little Mammoth. Конечно. My Little Mammoth. Ой. Я знаешь, кого сейчас звоню? Кого? Jingle Bells, Jingle Bells. О, Санта-Клаус, ты чё в неудачном месте таком? Можно с ним покататься? Ой, я катаюсь. Ой, дю-дю. Я поехал. Хер догонишь, Пошёл отсюда. Тебе нравится? Хочешь подарок от Санты? А там есть? Я могу, вот, пчелку скинуть. Ты хватит меня бить? Не трогай мои сантовские. Окей, как хочешь, я тоже себе Санту заспавню. А чё это Санта сзади меня? Чё он меня проводками тыкает? Я все ушел. Он летает без меня. Он без меня летает. Он без меня летать хочет. Смотри, Санта-Клаус. А зачем Санта-Клаус нужен в мире, где динозавры там? Не знаю, вот зря, может, его вставили. Может, это как бонус? Он ни хрена не управляется. Может, это как бонус сделали? Как бонус. Думаешь? А, может быть, не знаю. Я хочу Санте по морде. На. Ну ладно. Смотрите на меня. С вами был Трубоёжик. Был краткий обзор мода. Как он назывался? Ну, короче, название я напишу. Ну, как там видео назывался, да. Так что не забывайте ставить лайки. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет выживание в этом моде с Русиком, надеюсь. Да, будем здесь должен. Выживать. Хватит бить, я заканчиваю серию, засранец. Давай. Удочка и тут бегает сзади меня, засранец. Вообще, этого Русика надо вообще наказать как-нибудь. Ладно, ребят, всем спасибо. Не забывайте подписываться на канал, и если вы смотрите нас впервые, мы делаем разные обзоры модов и выживаем потом в этих модах. Так что получается такой полноценный обзор. Это такой коротенький, простенький обзор. Парк юрского периода. Во, так назывался. Ну откуда-то в этом парке у нас нашлись олени и санты. Прикольно. О-хо-хо. О-хо-хо. Всем пока, ребят. С вами был Турбоёжик и Русик. Всем пока.